как и все футболисты, начинал с здорового футбола, то есть жил, рос в городе Токмак. Сперва занимался как в Токмаке, в спортшколе. И был такой турнир Келечек в то время и Кубок Президента. Вот мы с командой в Токмака поехали в Кант. На турнире хорошо выступили, то есть показали себя. И прошел в Академию Абдышаты. Она называлась ФШМ. Сперва играл за Абдышату 94-95. Потом играл в первой лиге, потом играл в высшей лиге. И попал я в молодежную сборную Кыргызстана. И оттуда мы поехали на международный турнир, город Санкт-Петербург. И там тоже хорошо себя показали, выигрывали Россию, Белоруссию. И через эти игры вызвали в команду Белоруссии высшей лиги Крумкачи. Вот год играл в высшей лиге в Крумкачах. После Белоруссии играл в Турции. Потом после Турции вернулся в Кыргызстан, играл за Абдышату, а потом уже играл за команду Дордой. И потом у меня появился вариант, то есть уехать в Малайзию. И я согласился и перешел в команду Суперлиги Малайзии. Клуб называется Келинтан FA. Я приехал в свой город, где Келинтан, то есть Котобару город называется. Ну, как я туда приехал, уже все люди знали, что я в команде уже. То есть на улицах тебя узнают. На каждый матч минимум 20, 25, 30 тысяч людей приходят. Здесь бы как бы уже прохладно. А в то время, когда я приехал сюда первый раз, то есть это был июнь месяца, здесь было очень-очень жарко. То есть я приехал, и через 3 дня я попал в официальный матч Суперлиги. Было очень-очень тяжело привыкнуть, так как влажность здесь как минимум там 85-90, 97 доходит. Ну, играть, конечно, тяжело, но погода для всех одна. От игры к игре привыкал. Сейчас уже как себя чувствую, как в Кыргызстане, например. Для развития футболиста тут условия очень хорошие. То есть все условия есть заниматься, развиваться. Стадионы большие, не как у нас. Там один стадион на всю страну. Здесь есть 2 лиги, то есть Суперлига и Премьер-лига. Чемпионат сильный за счет легионеров, а местные за счет них растут, да? Видят их и растут. А сборные, могу сказать, что они больше играют на контратаках, такие, да? Быстрые, крайние, нападающие, техничные. А таких, что тактических, через контроль, редко, да, играют. Сейчас вызвался первый раз Мухаммед Сумарех, который играет по Ханге. Он такой с мячом, быстрый, скоростной, забивной такой нападающий. И правый защитник вот Матью Дэвис, он сам австралиец, и ему тоже как дали гражданство. Капитан сейчас сборной Малайзии. Вот, его тоже могу выделить.